очень большое будущее за биотехнологиями. Вот, и именно в этот момент, вот сейчас, когда мы занимаемся импортозамещением, мы видим, что биотехнологии не только в нашем регионе, но и в других субъектах Российской Федерации дают такой серьезный прирост и начинают внутренним региональном валовом продукте регионов занимать уже достаточно серьезное место. У нас есть самое главное, у нас есть земельный ресурс, то, чего нет у других стран. А для того, чтобы заниматься биотехнологиями, нужна земля. У нас в Сибири земли тоже больше, чем достаточно. Поэтому вот этим кластером мы в этом году очень серьезно занимались. И с точки зрения развития, и с точки зрения понимания, и с точки зрения анализа, куда мы еще можем двинуться. Там огромный потенциал. Я считаю, что мы будем продолжать и не исчерпывать потенциал, значит, нашего агропромышленного комплекса. Ну и я... Вы же начали с мечтания, да? Mm-hmm. Вот. Как бы это тяжело ни было, и очень много знаю людей, когда они там в очередной раз, когда я об этих вещах говорю в интернете, сразу появляются определенные вещи, начинают вспоминать всякие нехорошие истории. Я опять все-таки говорю о здравоохранении, что мы, особенно в высокотехнологичной медицине, что мы должны стремиться к тому, чтобы это стало отдельной отраслью экономики, потому что высокотехнологичной помощи мы двигаемся не так быстро, как хотелось бы. И, к сожалению, экономическая ситуация этому не способствует, потому что высокотехи – это дорого. Это дорогое оборудование, это дорогие препараты, это дорогие специалисты. Это, опять же, нужно для того, чтобы эти специалисты ехали к нам, создавать среду. Это все дорого. Вот. Но, тем не менее, я все-таки верю в то, что мы это можем сделать. И, во всяком случае, территория от Уральских гор и до Владивостока с точки зрения высокотехнологичной медицины, это должно быть нашим коньком. И мы этим направлением должны серьезно заниматься.